Же самые деньги, может даже ну чуть-чуть меньше, но по-честному дать ей эти 2000, знаешь, ну реально заработала, знаешь, только геморрой она вынесла со мной, и суды, и она с мужем судилась из-за моей этой машины, по адвокатам бегала. Вибрирует колодочки там. Что ж так? Думайте на ней ездить. Да, чтобы не стать заложником вообще станции. Он же попадет? Конечно. Хоть что там? А вот это вот пидорасня.
No stress. Понимаешь?
налево.